А всем привет, с вами Тимон, и пока другие блогеры режут игрушки антистресс раскаленным ножом, я решил испробовать их в вакууме. Это вторая часть видео, первое было прикольное, вам понравилось, и ссылку я оставлю в описании, кто не видел. Как вам этот инопланетянин? У него внутри черви? А смотрите, что он еще может. Жирок, он светится, крутая игрушка. Ссылку я оставлю в описании, как и на другие игрушки, которые будут сегодня. Еще мне понравился этот смайлик и эмодзи, он типа лизун, антистресс, прикольный такой. Погнали испытывать их в вакууме. Ребята, нашел ржачное приложение для розыгрышей и приколов. Называется «Пиво с живыми насекомыми». Смотрите, тут типа пиво в телефоне, а оно как в настоящем стакане. Вот я его переворачиваю, и оно выливается. Но вся фишка — это добавки. Смотрите, вот гайка. Так, давайте еще. О, таракан. А пробовали пиво с тараканами? Короче, я накидал тут закуски, а теперь выливаем. Упокатились. Можно будет играть с друзьями на Новый год и прикалываться. Тут еще можно цвет напитка менять. А еще у них 4 плюса в отзывах Google Story. Ссылку я оставлю в описании. Теперь давайте прикольнемся над смайлом эмодзи. Он вроде внутри с лизуном, и интересно, раздуется он или нет. Включаем установку. О, вроде начинает надуваться, ну только медленно как-то. Он рванул, офигеть, я не думал, что он так раздуется. В нем вроде не жидкость, а жидкий лизун, типа что-то такого. Это какой-то эмодзи переросток. Все, давайте его сдуем, выключаем. Ну и самое прикольное, я хочу поместить в вакуум много яиц антистресса. Посмотрим, как они будут бороться за место в банке. Включаем установку. О, смотрите, два яйца стартанули и уже начали надуваться, остальные пока в отстающих. Ого, да они просто заполняют всю камеру. Да, это не дает шанса раздуться остальным. Вот всегда есть выскочки, которые лучше всех. Кто знает таких у себя в компании, напишите в комментарии. Все, два яйца просто раздавили остальных. Так, выключаем. Ого, да у них тут любовь навеки. Смотрите, как слиплись. Надеюсь, вам понравилось. Вас лайк и всех с наступающим Новым годом. Всем удачи в Новом году и подписывайтесь.